В рамках проекта «Краеведение молодым» общество краеведов «Наследие» организовало 18 сентября в Доме культуры «Правдинский» творческую встречу и автограф-сессию с журналистом, востоковедом, кандидатом филологических наук и автором книг Михаилом Ефимовым. Его с поселком связывает многое. Кроме того, он живет рядом. Как-то так получилось, что я действительно корнями вот где-то очень близок к вам, потому что человек, который много сделал для создания в этом районе вот такого оазиса культурного, краеведческого, исторического, был Михаил Кольцов, который является моим единственным таким родным человеком, дядей. И, соответственно, все, что с ним связано, это мне очень близко, очень дорого. Ну и кроме того, значит, мой отец тоже был связан как-то с этими местами. На встрече Михаил Ефимов рассказал о своей семье, в основном про отца легендарного карикатуриста Бориса Ефимова и про дядю журналиста советского писателя Михаила Кольцова. Кроме того, он говорил и о своей работе, с какими людьми встречался, о чем писал. Михаил Ефимов – автор таких книг, как «Японские вертикали», «Он был слишком прыток», «Соляви» или «Япония. Моя судьба». Последние участники встречи получили в подарок вместе с его автографом. Евгения Коломиц, Денис Викулов, Яков Глейзер. Новости Большого округа.